позитивной ноте вам еще пару слов сказать об уникальной лампе Аладдина, которую ты снимал. Принес наш любимый партнер. Я так жду всегда эту лампу Аладдина по Валерочке. Это он расскажет, как это называется, а я потом скажу, почему я это такое тоже хочу. Да. Называется это вибродиффузор. То есть это... Давай на стол подставим. Не-не-не, там же шнура не хватит. Ну я возьму сейчас. Шнура не хватит. Очень простое устройство. Тут вибратор стоит. Такая колба. Капается сюда. Эфирное масло капается. Тут стоит такой реостатик. То есть, если надо... Сильное распыление, включаешь сильное, то есть на большое помещение. Если надо индивидуально что-то, включаешь на маленькое. Слышно уже. Да, 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 да. А вы сюда можете подвинуться. Помещение большое. Сейчас я сделаю. Слышно, да. То есть эфирное масло — это настолько концентрированный продукт, что работает сразу же, мгновенно всасывается в кровь. Мгновенно. То есть не проходит пищеварение, ничего. Мгновенное действие. Можно как алкоголь. Ага. Подтверждаю. Я там стояла на сквозняке, перешла сюда, все, дыхание открыло, глаза открыли. Мгновенное действие. И я, например, очень долго пользуюсь эфирными маслами, но Forever, конечно, это супер. То есть я его добавляю и в шампунь, я добавляю его в кремы, я добавляю его в пищу. То есть я пью каждый день этот лимон, капельку лимона я... 20 дней пью, 10 отдыхаю. То есть так у меня уже 2 года я это делаю. Вот. И в чем уникальность? В том, что оно натуральное, что эта лампа, она не принимает других масел. Если другое масло эфирное, там остается жир. Да. А это полностью все исчезает. А там оно... подогрев есть или никакого. Нет? Никакого. За счет вибрации идет... быстрое распыление, ну прям пар так поднимается. Если сразу, вот если больше дать, так вначале, когда особенно капаешь, пар идет, распыляется. Ну, каждое масло действует по-своему, но... Свеча. Да, вот я сейчас на полную мощь включу. Там есть ладан в защитном масле, есть. Да. Ну, сейчас есть диффузоры более усовершенственные, там, с другими ратами. Ну, принцип действия, в принципе, один и тот же. Можно делать ёршики. Видели, одно масло накапало, теперь накапаю другого масла. Ёршики. То есть экспериментировать можно. Какие хочешь, то, что для здоровья надо. Да. Читайте показания масла, читайте, что вам надо, соедините те масла, которые вам необходимы, получайте это очень дешево. Это практически на шару. Потому что, смотрите, я капнула 1-2 капли каждого масла, и настолько много людей получили аромаингаляцию. И это сразу мгновенное проникновение в легкие. Вот такая вибрация, что выскакивает. Это энергетика прет, да? Да, да. Валера тут. Кстати, Валера занимается, он ведет группу здоровья. Это не просто так мы его пригласили. Он знает о здоровье все. Поэтому, ну, почти больше, чем любой человек, который к нему приходит. Поэтому. Смотрите, какое чудо. Очень уникально. Можно вместе получать сеанс, можно вместе получать удовольствие. И очень экономно, и очень целенаправленно, потому что многие те, кто не могут приобрести сок на постоянной основе, то, допустим, масло лимона, наше фореверское масло лимона, оно ничем не уступает по показаниям соку. Практически ничем, да? Ну, удобно носить в сумке. То есть дорогу мы берем не бутылку сока, иногда отливаем ее в другую фляжечку. Но если невозможно, тогда берете масло лимона и получаете удовольствие. Потому что у него очень много хороших показаний. А если вы есть еще и на чем распылить, если у вас есть просто аромалампа дома, просто ингаляция, нету, ну капните себе перед сном на подушку лаванду. Боже, как хорошо. Мята, лаванда. Защитное масло, легкость, спокойствие, что кому надо. Все есть. Да, у нас есть 3 масла ёршики и есть масла, которые принимаются вовнутрь. Это защитное масло, то, что вы вот сейчас слышали, его запах. Защита с красной полосочкой. Масло лимона принимается внутрь. Масло мяты принимается внутрь. Масло лаванды принимается внутрь. Супер. А защитное из ряда масла состоит? Да, из ряда, там несколько. Очень, там даже ладан вы уже унюхали его, поняли?
как в церкви. Угу. Тут и ладан есть, еще энергетика. Масла всегда чем отличаются, оно имеет энергетический запас. Что такое эфирное масло? Это душа растения. Это запах растения, которое отдает растение в момент своего увядания, то бишь смерти. Да? Когда вянет растение, вспомните сенокос. Трава стоит, растет красиво, а когда покосили и прошел первые сутки, туда подойти, там такой аромат сильный. Когда растение умирает, отдает самую большую дозу запаха. И эту дозу запаха Forever научился прятать в банке, это запах. Если эту баночку я оставлю открытой, то сегодня забуду вот здесь на столе, завтра утром вы ее застанете пустой, она вся уйдет в воздух, испарится. Поэтому и ценность эфира заключается в чем? Приходя в организм, он его не грузит. Он пришел как питательный вещь, как очищающий комплекс, как питательный комплекс, потому что витамина С, тут знаете столько, в одной капле масла лимона получено из 5 килограммов лимонов, вот, снятых с дерева, не с рынка, не дай бог, да? В рыночных уже есть химия. А это плантации в Калифорнии лимонных деревьев, у нас выращивают лимонные деревья в Калифорнии. Из 5 килограммов получается одна капля. В этом флакончике 300 капель. Умножайте на 5 килограмм. Сколько тут тонн лимона? Так вот, вот эта капля приходит в организм, делает свою работу шикарно, орошает, омывает, добавляет витамин С для иммунитета. Чистит от камней, от залежей, камни в почках дробит прекрасно, камни в желчном растворяет, потом работает сердечно-сосудистой, работает с кишечником, работает при гастритах, гастроэнтеритах, лечит язвы желудка, прободные язвы тоже убирает, работает с сосудами, работает с капиллярами, работает убирает запоры, убирает, нормализует пищеварение, убирает интоксикацию любую, пищевую, алкогольную, убирает интоксикацию таблетками, медикаментозную. То есть все, что мы накопили, то есть поиска, у него не меньше свойств, чем у сока алоэ. Употребление очень дешево. В аромаингаляции имеет 100% эффект, потому что когда с лампы ушел запах, он ушел вам в легкие напрямую, а раз вы его слышите в легких, оно уже в крови побывало, да? И я сейчас даже запах вот этого масла слышу у себя на языке. Кто слышит сладковатый привкус? Слышите? Супер, да? Значит, уже на кончике языка мы своими пищевыми рецепторами уже слышим запах. Кто хочет проверить, что это оно? Кто, у кого ручки чистые? Нет, что это оно, говорю. Я себе вот так делаю. Ну ладно, потом почистюсь. Оно же еще защищает. Вот докажу, что оно сладкое. Кто хочет попробовать чуть-чуть, что это оно, можете дотронуться и положить на язычок. Там много не надо, будет сильно. Нет, думаю, надо вытянуть. Да. Нет. А, сладкое? Это доказало вам, что именно это масло дошло до вас. Это оно через ваши легкие пришло уже на язык. Я доказываю, что он, это там. Там есть и перец, там есть все. Так вот, ребята, супер, возможностей много. Каждый выбирает свою, а выбор всегда за клиентом. То есть к чему я веду? Что эфиролечение всегда было самым дешевым методом лечения. Почему? Потому что вот так самое полезное, самое-самое. Если мы пьем в чай, это же масло или это, неважно какое, это на 20 минут случается позже, но один большой классный плюс есть в этом. Когда вы берете чашку с чаем, куда-то капнули на эмульгаторе масло лимона или масло защиту, вы берете просто, получаете два метода лечения одновременно. И через нос вы вдыхаете аромоингаляцию, и через перорально, через кишечник вы тоже работаете с организмом. И энергетика. Я об энергетике отдельно хочу говорить. Энергетика – это энергетическое воздействие. Ладан здесь. Да не важно чего, это душа, да? Душа растения, что-то ближе к церкви. Душа растения очищает нашу душу. Энергетический запас мы получаем намного сильнее при аромоингаляциях, чуть-чуть меньше при том, когда принимаем вовнутрь.
Но у нас еще самый сильный метод лечения эфирными маслами – это балиотерапия. Возможность принимать это всеми порами своего тела драгоценного. Любите себя, полюбите правильно. 36,6 – температура тела человека. Именно такую ванну надо принимать. Если вы берете на ванну, ванна-то больше, мое тело тоже не маленькое, 3-4 капли на ванну принимаем. Если эмульгатором в Припяти является сахар, мед, молоко, сливки, эмульгатором в балиотерапии является соль и сода. Капнули туда, растворили ванну, погрузили в свое драгоценное тело, окунули. И во время приема ванны, именно при температуре 36-37 градусов, открывается каждая пора на самый большой орган на теле человека – это кожа. Тогда вы, как мы шутим, еще и попой дышит. Все дышит, и попой дышит, и легкими человек дышит. И тогда, а микроциркуляция в подкожном слое, да, супер усиливается, потому что львовое масло – это микроциркуляция. Массаж после этого масла будет активнее? Будет работать активнее. В массажный крем можно добавить? Супер! У нас есть массажный с налованием уже, расслабляющий. А если туда еще, мне не надо расслабляться, вдруг мне на утро надо бежать куда-то, или ночью хочется новогоднюю ночь встретить, хорошо, добавьте лимона туда. Хотите, добавьте мяты, хотите лаванды, нервная система страдает, пародонтоз, Паркинсон, там, Альцгеймер, это тоже туда же. Воздействие на каждую клетку человеческого организма. Это мы уже рассмотрели самый сильный метод, это балиотерапия. А еще такой скромный метод, болит коленка, берем крем, наш любимый хит, допустим, или МСМ, добавляем пару масла, усиливаем и так сильное создание. Делаем ёршики, я люблю эти ёршики очень, синергетический эффект уникален. Любой ёршик даст больше, ведет быстрее вас к цели. И чем хороши масла, ими не можно сделать дозировку, передозировку, допустим, перекапать лимона. И вот ты понимаешь, что мочегонного эффекта достиг ох-ох-ох, и слышишь, почка заработала. И ты ее слышишь. В эту минуту очень легко передозировку снимаем. Усиливаем питьевой режим теплой воды. Обычной кран-колы. Выпиваем 2-3 стакана мелкими глотками и промываем организм. Быстро пришло. И быстро ушло. Но не ушло одно. Как транспортное шикарное средство. Увело за собой чужих. Увело и паразитов, и грибочки, и бактерии, и всякие неприятности, вирусы. И все-все-все уводит с организма, унося за собой яды, токсины, непереваренные жиры. Все, что нам мешает. Классно, сердито, приятно. Инночка, можно еще я добавлю один момент? Многие люди нам говорят, а зачем я у вас буду покупать дорого, если я пойду в аптеке куплю дешевле? Я хочу вам доказать, что это чистый эфир. Инна сказала, что если мы оставим пустую бутылку, масло исчезнет. Вот обычный листочек, да? И если сюда немножко вот добавить масло, мы увидим такой вот маслянистый след. Вроде бы как оно жирненькое кажется, да? Вот. Но пока будем сейчас разговаривать, это масло исчезнет без следа. То есть это чистый эфир действительно. И вы можете любое масло, которое вы приобрели в аптеке, сделать то же самое. Если оно исчезает, вот как лимон в данном случае, может быть, может остаться легкий желтоватый след. Если остается жирное пятно, значит есть жировая основа. Обычно там оливковое масло или какие-то очищенные еще другие растительные масла добавляют. Для того, чтобы пишут-то стопроцентное. Да? В аптеках везде пишут 100% лаванда, там 100% это. Но на самом деле есть жир. Вот таким способом очень легко проверить. Сейчас Инна еще расскажет об одном нашем масле. Буду вот так держать на виду, чтобы вы видели, никуда другой листочек брать не буду. Еще один способ применения. Блин, разбила. И разбила. И разбила, да? Супер. И поразбила. Но не важно, не столь важно. Отбила. Такую важную штуку побила. Медальон. Медальон. Аромамедальон. Супер. Привязывается. Вот это там было ушко, оно отбилось.
сюда капается. Видите, не зря отбила, чтобы вам показать идею. Видите, пористая глина какая внутри? Видите? Вот это натуральная глина, натуральнейшая. Используется для производства аромамедальонов. Сюда капается 2-3 капли аромамасла. Привязывается декоративная классная веревочка любого цвета под любое платье, костюм и так дальше. Вывешивается сюда, как и крестик, да? Отсюда через нос попадает эфир мгновенно. Этот кувшинчик, благодаря тому, что он глиняный, натуральная глина, порциями отдает эфир, порциями, удерживая в себе, отдает от температуры тела. Нагревается, отдает эфир порциям, и вы идете зимой по улице, не хватаете вирусы, ни инфекции, ничего не хватаете. Классно, круто, да? Обалденно. Это аромамедальоны для лечения. Вот для ребенка отправляешь в детский сад, получаешь удовольствие. Приклеить можно? Да, можно, конечно. Он опять падает. Ой, тихо. Она такой вибрация. Вот это мы даем сегодня. Энергетически сильный народ собрался. Да первый раз. А, вот такой тоже кувшинчик. Видите, тоже похожее украшение. Валера, классно, стильно, модно и приятно. И я того же мнения. Так вот, смотрите, еще один способ применения эфирных масел. Опять, куда надо и зачем надо. Мы предлагаем форевельский способ улучшить хорошее. Вот это базовое масло. Базовое масло, которое имеет такую как функциональную свою обязанность проваливать глубоко транспорт. Да? Транспорт для вот этого масла, для любого из тех, которые стоят на полке, масло – это база. И этой базой можно провалить масло очень глубоко. Куда надо? Как я могу нанести, если у меня болит ухо? Элементарно. Смешаю обычное масло защита с базовым маслом и закапаю себе ухо. Капли в ухо. Супер. Надо полечить гайморит. База и вперед. Надо сделать глубокое проведение, массаж Валерику, да? Намазываем. Смешиваем масло, база, вот тебе масло. Кстати, массаж, не остается, да? На коже. На коже не оставляет жирных пятен, мгновенно проваливается. Хотите, докажу? Я звезда. Быстро, да. Не могу доказать все. Смотрите, когда мы вот так положили вот это масло на себя, хотите, кому еще? Оно провалится вот так вот. Просто много, чтобы не лить. Пятнышко. Я сумею много лить. Я лею там долго. Оно когда провалится, на глазах видишь, когда оно исчезает. Чуть-чуть. Его Сашка оно... Сашка. Это базовое масло. Если его можно сэкономить, ребята, да? Можно же сэкономить иногда на себе. Но я на себе никогда не люблю экономить. Можно в ухо закапать олейну прокипяченную. Добавив туда вот сюда. Ну, если мне до уха второе Господь Бог предложит, я это буду делать. А так мне дали один раз на всю жизнь пользоваться, да? То, что мне Господь Бог дал, чем попользоваться, я собираюсь беречь. То есть вот это вот масло, оно попадает, я по себе налила, не жалея, ну, умница. Провалится, не оставляя жирного следа. Совершенно. Капли в нос, капли в уши делаются с любым маслом. По проблеме, коленка болит, что тоже можно нам, да? Быстрее провалится, глубже провалится. Болит там в области почек. Господи, транспортное масло провалит любой эфир, любой крем намного глубже, чем мы этого даже можем себе представить. Это даже видеть не надо, это будете чувствовать. Forever надо чувствовать. Его не надо никому доказывать. Почему очень часто срываются контракты у нас? Мы новые, свежие партнеры очень много хотят дать и дать не тому, кто хочет взять. Очень много мы теряем авторитета от того, что мы настойчиво навязываем, догоняем клиента и пытаемся его сделать счастливым. Человек не хочет быть счастливым. Он не достоин быть здоровым, раз он себя не любит. Ну и как же можно заставлять быть счастливым? Загоню я счастливлю, это наши первые 2 года работы. До сих пор их здесь нет, того, кого мы пытались осчастливить тогда. А сейчас я все чаще говорю, будьте такими, какие вы есть сегодня. Ничего не надо менять для того, чтобы прийти в компанию Forever. Надо быть тем человеком, которым ты уже являешься.
но всегда оставлять себе шанс для совершенствования. Если ты и так имеешь такое большое эго, что ты и так знаешь все, самое страшное, как говорит наш один лидер, для меня самые страшные люди те, которые говорят, что они все знают. Все, я ничего не могу, ничем ему помочь. Он уже знает все. Я это знаю, но я еще я слышал, это еще терпимо. Но когда человек заявляет 3 раза за 15 минут разговора, что он все знает, это не к нам. Нету ни одного человека, который может знать все. То есть нет предела совершенству. Совершенствуйтесь, влюбляйтесь, приглашайте людей к нам, приглашайте к себе в свой бизнес. Потому что у каждого может сегодня нет бизнеса, а завтра он может уже начинается. И не бойтесь давать людям это слово. Я раньше всегда выкручивалась, говорю, ну сделайте себе маленький вот такой клубчик, допустим, 3-5 потребителей, и вам будет дешевле, и им будет дешевле, всем будет выгодно. А сейчас я с гордостью говорю, я предприниматель бизнеса forever. Я не собираюсь прятаться и говорить, что я не сетевик, я именно сетевик. Потому что именно в сетях находятся все деньги мира. Именно сетевики. Каждые несколько минут рождается новый миллионер в индустрии сетевого бизнеса. И самый чистый бизнес – это сетевой. Потому что я никого сегодня не обманула, я надеюсь, вам не показалось так, нет? Я не обманула, что это Света, и что она получила хороший результат при лечении онкологии тяжелых стадий. Я не говорила, что Ира недовольна, она, по-моему, улыбается. Я не говорю, что Валера нам не подходит для бизнеса, у него есть свои наметки. Он занимается, каждый у нас здесь занимается собой, но у нас еще есть общая тема, интересная друг для друга. Поэтому мы можем быть счастливы еще и по субботам в 12 часов дня. Спасибо большое. И мы вам благодарны. А я сейчас листочек просто хочу посмотрим, показать что одну книжечку. Вот. Это «Путы материнской любви». Мастер Супер. Психологии Анатолий Некрасов. Так вот здесь глава есть. Как стать несчастным или мастер несчастной жизни? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, класс. Вредный совет нам очень нужен. Это вредный совет очень приятный. Ну, я понимаю, что там нет. Это там аллегория, это написано. Как ты создаешь себе несчастную жизнь. Это понятно. А сейчас вы меня извините, я и так опасна. А мы всех вас отпускаем. Все. Спасибо большое. Всех ждем и всегда отпускаем. Быстрее уйдете, быстрее вернетесь. Я время посмотрю. Forever Living побывал во всех уголках мира в поиске лучших эфирных масел от лучших производителей, в лучшем климате и в лучших условиях. Разницу вы ощутите немедленно. Чистое лимонное масло от Forever рождается на побережье Калифорнии в Северной Америке и помогает улучшить настроение на работе и дома. Пользу масла лимона человечество знает уже 1000 лет и всегда использовало его как нетоксичный очиститель, а также для создания позитивного настроения. На 100% чистое, на 100% эффективное. Лимон можно использовать как ароматическое средство и для нанесения на кожу. Чистое масло мяты перечное от Forever рождается на почвах долины Якими, богатой вулканическим пеплом, что придает маслу резкие очевидные натуральные нотки. Мята перечная имеет богатую историю, и ее пользу хорошо знали цивилизации Древней Греции и Рима. На 100% чистое, на 100% эффективное, масло мяты перечной может использоваться как ароматическое средство и для нанесения на кожу. Чистое масло лаванды от Forever обладает сильным ароматом солнечной Болгарии. Лаванда известна многие столетия своей способностью снижать раздражение кожи, снимать стресс, успокаивать и расслаблять. На 100% чистое и на 100% эффективное масло лаванды может использоваться как ароматическое средство и для нанесения на кожу. Сбор успокаивающий от Forever содержит смесь масел со взаимоусиливающим смягчающим эффектом глубокого проникновения. В том числе он содержит ромашку для снятия стресса и камфор для согревания и подъема тонуса. На 100% чистый, на 100% эффективный, сбор успокаивающий может использоваться для нанесения на кожу. Сбор укрепляющий от Forever помогает восстановить силы и обрести жизненную стойкость. Он содержит масла гвоздики и апельсина для поддержки вашей иммунной системы. На 100% чистый, на 100% эффективный сбор укрепляющий может использоваться как ароматическое средство и для нанесения на кожу. Сбор расслабляющий от Forever
Помогает обрести баланс, когда наваливаются трудности. Созданный для обретения гармонии, спокойствия и умиротворенности, этот сбор содержит гаультерию, розмарин и басвелию, чтобы успокоить разум и тело и снять стресс. На 100% чистый, на 100% эффективный, сбор расслабляющий может использоваться для нанесения на кожу. Базисное масло от Forever. Это запатентованная смесь алоэ веры, витаминов Е, А и С и натуральных неароматизированных масел. Этим маслом вы можете разбавить эфирные масла Forever для ароматических процедур и для нанесения на кожу. Эфирные масла от Forever – чистые натуральные ингредиенты со всего мира. Они выращены и произведены специально для вас. Помните, эфирные масла могут оказывать сильное воздействие. Всегда разбавляйте эфирные масла базисным маслом или водой перед началом использования неразбавленных масел. Соблюдайте осторожность и применяйте согласно инструкциям.